Никогда не забуду тот день, когда ты подкатила к моему мотоциклу. В богатстве и в бедности. В болезни и здравии. Да, я выйду за тебя. Твоя любовь пронзила мое сердце. Задето левое переднее полушарие. Возможно, серьезные патологии в рефлексах. Стойте! Этого пункта нет в страховке. Отключайте аппарат. Спасибо, Эрлин. Гвоздь может вызвать приступы гнева, ярости, злости. Да вашу мать! Да подавитесь вы своей картошкой! А? С ней свихнешься. На счастье. Ты променял обручальное кольцо на птичью лапку? Конгрессмен Бёрдбол, я из вашего округа. Да. Видела вас по телеку, вы великолепны. Этот идиот тебе не поможет, Элис. Зачем вы приехали? Хочу помогать людям с редкими патологиями, которые не включены в страховку. Элис, это ты? Привет, Элис. Нужна страховка. А, вот что, это будет непросто. Знаешь, что удивительно? Одно мгновение, и ты на все согласна. Эй, ты Элис. Она классная. У нее травма головы. Твой мозг, твоя сила. Я все еще люблю ее. Лучше подстраховаться. Неизвестно, как все обернется. Эта девушка вбила гвоздь в мое сердце. Эй, эй, нет, нет! Вместе мы способны на все. Мы явно вдохновляем друг друга. Америка! Да! Прошу простить моих нерадивых белых друзей и пригласить в ресторан сгладить вашу травму бокалом.